посидели, встали, походили, понаклонялись, шею покрутили. И да, не забываем пить таблетки, это обязательно. Обычный прием в Косихинской ЦРБ. Программист Оксана Седых обратилась за помощью. Беспокоит повышенное давление. На приеме недавно окончившая Барнаульский педколледж медсестра Наталья Жолкина. Постигает азы сестринского дела в ЦРБ уже 7 месяцев. Училась по целевому, после вернулась в родную Косиху. Сейчас работает под руководством наставника Марины Новиковой. Участковой медсестры, чей стаж насчитывает 13 лет. Это вот как вторая мама. С любым вопросом я к ней. Там независимо там... чего это касается, там личные какие-то у нас вот есть, там могу подойти спросить, по работе никогда не откажет, то есть и к маломобильным она со мной выезжала первое время, всегда она со мной, учила меня ЭКГ правильно записывать, всему, она всему меня научила. 23-й год в России объявлен годом педагога и наставника. Ежегодно в медучреждения края приходят по 800 молодых сотрудников. И практически за каждым закреплен наставник. Марина Новикова своей подопечной тоже довольна. Рассказывает, что Наталья быстро все схватывает и за 7 месяцев многому научилась. Прежде всего, общению с пациентами, ведь каждому нужен свой подход. Все, чем можем, тем поможем, но через 3 года я уверена, что она сама со всем справится. Я сейчас ухожу в отпуск и оставляю свой кабинет и свой участок. И ей, то есть, я полностью доверяю. За 7 месяцев она уже готовый специалист. В последнее время вот достаточно часто пришлось обращаться к врачам как к возрастным, так и к молодым. Поэтому и там, в принципе, и отношения, и то, что тебя выслушают, и то, что тебе все назначения дадут и отправят по дальнейшим специалистам, в принципе, присутствует. Руководство Косихинской ЦРБ уверено, связка «молодой специалист-наставник» работает, и это ключ к решению кадрового вопроса. Кстати, сейчас штат Косихинской ЦРБ укомплектован врачами на 88%, средним медперсоналом на 86%. А наставники каждый месяц получают 1000 рублей – доплату за своих подопечных. Сумма, конечно, небольшая, но, по словам Марины Новиковой, дело даже не в деньгах, ведь и наставники у своих опекаемых чему-то учатся. А Наталья и вовсе за 7 месяцев плотного общения стала ей не просто коллегой, но и хорошим другом. Татьяна Голубева, «День с толком».